Какая у нас сейчас в декабре погода, предрождественская. Это наш первый день, ну, можно сказать, второй, мы вчера ночью приехали. Поселились вот в этом отеле. Майлу что-то там, как-то там, не могу выговорить даже название. Отель средней паршивости, как говорит супруга, настоящая совдепия. В отеле микроволновка, холодильник, телевизор, есть PlayStation 3, пока не пробовали. Wi-Fi нет, Wi-Fi есть только в лобби отеля. Очень жарко, с непривычки после пасмурного Беллингема. Сдохнуть можно от жары. Ты куда шапку дел, сынуля? Выкинул, очень правильно. Как тебе Гавайи, Саша? Нормально? Да. Вайкики. Вот так этот район называется. Район Вайкики и пляж Вайкики. Здесь отелей пруд-пруди. Каждое второе здание это отель. Отель напротив отеля. До пляжа 1.5 квартала, пешочком это 5 минут. Сынуля, как тебе Вайкики? Полное Хонолулу, да?